Всем привет, дорогие мои зрители! Сегодня у меня будет лайфхак, как говорят, потому вот все мы сталкивались с тем, что, например, особенно у того, у кого работа происходит в соцсетях, когда вам пишет человек, или когда вам нужно написать человеку, у которого нет у вас в контактах добавленных, и вы не хотите этого человека добавлять в контакт в WhatsApp, но вам нужно ему написать, с ним диалог какой-то вести и так далее. Мы столкнулись с тем, что у мужа по работе много пишут, вернее, звонят, ему нужно человеку ответить в WhatsApp, он вводит номер, ему не дает ответить, нету поиска контакта, такого в контактах нету, и предлагает добавить в контакты. Но в контакты чужих людей добавлять не особо хочется. У меня тоже была такая проблема, когда я работала с людьми очень, как это сказать, активно, и столкнулась с той же проблемой. В контакт добавлять не хочется, переписываться с человеком нужно начать. Что же делать? Как же человека, не добавляя контакт, написать ему в WhatsApp? Сейчас я полностью эту всю процедуру сделаю, покажу, как это очень легко делается. Этот способ у меня, я открыла для себя, для нашей семьи вообще случайно, и спешу поделиться им с вами. Такой способ не работает в Telegram, к сожалению. Кто знает, как работает это в Telegram, напишите мне в личку, я обязательно также сниму об этом видео, чтобы помочь многим, как с этим справляться, как не засорять свою контактную книгу. Потому что в книгу свои контакты, конечно же, хочется добавлять родных, близких тебе людей, друзей, каких-то важных знакомых, да, с которыми, ну, которых нужно быстро найти. А люди, которые сегодня пришли в твою жизнь, и на завтра ты, ну, то есть уже не будешь с ним пересекаться, добавлять в контакты себе, конечно, не хочется. Либо потом приходится очень долго сидеть и чистить контакты, убирать лишних людей, с которыми вы пересеклись там один раз в жизни, и это отнимает очень много времени. Поэтому ловите способ, способ шикарный, быстрый и очень удобный. Надеюсь, видео для вас будет полезно. У нас с Борей в WhatsApp есть вот такая группа, называется «Для себя», где только я и Боря, муж мой. И мы сюда скидываем нужную нам информацию, когда нужно там что-то быстро сохранить, что-то написать себе, напоминалку какую-то. В общем, такая группа. Можно также делать там в личку своему мужу, жене, дочке, только предупредить, что вы время от времени так делаете. Это вообще не важно. Самое главное, что смотрите, я в эту группу пишу номер, пишу обязательно с плюс 7. Потом я нажимаю на этот номер, WhatsApp его проверяет, иногда он заходит сразу на него без проверки, и я выбираю чат. И таким образом я перехожу на чат с этим человеком, чей это номер. Ну, сейчас я взяла номер Бори, а вообще это может быть любой абсолютно номер. И пишите человеку то, что хотели написать, без добавления его в себе в контакты. Это очень удобно, вы не создаете ненужных лишних контактов, и потом этот номер просто удаляете, и все, если он вам не нужен. Надеюсь, информация была для кого-то из вас полезной. Пока-пока, ребят, до новых видео!